Вечером 16 ноября на улице Верхняя Студенка в Туле загорелся один из частных домов. На момент публикации новости на месте происшествия работали не менее 5 пожарных расчетов. Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени на расположенные рядом дома. По словам хозяина дома, находившийся на втором этаже ребенок начал его звать. Он подошел к своему сыну и увидел, что горит электрощиток. Пламя быстро распространялось, и у семьи было всего несколько минут, чтобы быстро выбежать на улицу, что они и сделали. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Сергей Стариков, Телетула.